Приветствую вас, друзья, на канале Мос Алим. Сегодня у нас работает Nissan Qashqai. Приехал автомобиль на полную шумоизоляцию. Давайте быстро пробежимся, посмотрим, что у него наклеено с завода. Скинули потолок. Здесь нет ничего. Вот в этом месте было приклеено две картонки. И все. Дальше у нас багажник. Здесь большой кусок шумки под запасным колесом и небольшие кусочки на арках. В крыльях все пусто. Так вот выглядят двери. Тоже нет ничего. Мы посчитали, что это не нужно. Передняя дверь, точно такая же ситуация. Ничего. На полу шумка только в ногах у водителя и пассажира переднего. Задние пассажиры едут без нее. Сейчас обезжирим всю поверхность, уберем весь мусор, всякую грязь и приступим к поклейке виброизоляции.